Доброго времени суток, YouTube, уважаемые видеослушатели моего канала, уважаемые контрагенты. Краткое и официальное видео для контрагентов научно-прикладного центра АКМЭ. Работаем мы более 7 лет. Я лично работаю в этой области 21 год. Соответственно, у нас важные изменения, важное сообщение. С сегодняшнего дня, а сегодня у нас 12.10.2020 года, мы работаем по 100% предоплате. У нас идут сплошные неплатежи. Более 15 контрагентов на данный момент. Причины у всех разные, у кого-то там коронавирус, еще что-то. 100% неплатежей. Мы просто-напросто не выживаем. В этом случае это вынужденная мера. Мы более 7 лет работали с договорами по факту выполненных работ, а вот с этого момента вынуждены в силу определенных обстоятельств, финансовых и от нас не зависящих во многом, мы вынуждены перейти на 100% предоплату. Обратите внимание, у нас на сайте мы в 99% случаев работаем по договорам по факту выполненных работ. Вот он у нас первый на нашем сайте в разделе номер 1 документы. Рыба договора, то есть образец договора. Первый у нас договор в плане оказания услуг юридическим лицам по дистанционным ПФО. Идет первый договор, оплата по факту. Вот он так вот у нас размещен. 7 лет мы по этому договору работали. Сейчас мы вынуждены перейти на второй вид договора, договор услуг по дистанционным ПФО с оплатой по предоплате. 100% предоплата. Есть потребность в ПФО. Оплачиваем 100%, алгоритм следующий. И мы работаем. Обратите внимание, да, мы перейдем на вкладочку «Наши партнеры». Здесь более 50 крупнейших контрагентов Российской Федерации. За все эти десятилетия, годы работы у нас не было ни одной рекламации. Мы строго выполняли взятые на себя обязательства. И сейчас вынуждены понять нас правильно. Мы работаем, как работали. Но сотрудники должны получать зарплату, мы должны платить налоги и, соответственно, вынужденная мера. Если все наладится, все будет в порядке, все будет хорошо, мы вновь вернемся к оплате по факту выполненных работ. Но в данный момент в силу выживания научно-прикладного центра АКМЭ мы работаем, исключительно заключаем договора со 100% предоплатой. Вынужденная, я надеюсь, временная мера, но на данный момент это так. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам!